Здравствуйте! Продолжаем обзор монет, приобретенных мной для пополнения собственной коллекции. Как уже говорил в предыдущем видео, данный обзор будет посвящен полностью четвертакам Соединенных Штатов Америки. В прошлом видео мы рассматривали монеты из серии так называемой 50 штатов. В данном видео рассмотрим монеты из серии «Прекрасная Америка» или «Национальные парки». Ну, начнем, собственно, вот с такой вот монетки 2010 года выпуска, посвященной Большому каньону или Гранд-каньону в Аризоне. Собственно, это один из старейших национальных парков на территории США. Является одним из признанных природных чудес света. Повторяю, что находится данный национальный парк в штате Аризона. Монета выпущена в 2010 году монетным двором Филадельфии. Далее. Также монетка, посвященная национальным паркам Соединенных Штатов Америки. Собственно, как я уже и говорил, что видео будет посвящено исключительно им. Монета выпущена в 2012 году. Посвящена данная монета национальному историческому парку Чако. Находится данный национальный парк в штате Нью-Мексико и является одним из самых важных районов в Северной Америке с точки зрения археологии. Данная монета выпущена монетным двором в Денвере. Далее. Монета, посвященная национальному парку Денали. Ранее данный национальный парк назывался Маунт Маккинли. Находится он на Аляске, в самом ее центре. Данная монета выпущена монетным двором Денвера, и монета того же типа, посвященная, собственно, тому же национальному парку Денали, но выпущенная монетным двором Филадельфии. Далее. Следующая монета выпущена в 2014 году, посвящена данная монета национальному парку Шенандоа, занимающему часть хребта Блу-Ридж в Апалачах. Это штат Виргиния. Собственно, парк находится на узком гребне хребта. Данная монета отчеканена монетным двором Денвера. Следующая монета, отчеканенная в 2015 году, посвященная национальному монументу Гомстед в штате Небраска. Такая вот монета в виде дома переселенцев. Изображение на реверсе. Она имеет отчеканена данная монета монетным двором в Денвере.
И, собственно, монета того же типа, также посвященная национальному монументу Гомстед. Также в 2015 году она выпущена, но уже монетным двором Филадельфии. Далее. Вот так вот виднее. Монета, посвященная автомагистрали Blue Ridge в Северной Каролине. Монета выпущена в 2015 году монетным двором Денвера. Далее, следующие монеты. Монета, посвященная Национальному историческому парку Саратога. Находится данный национальный парк в штате Нью-Йорк. Монетка выпущена в 2015 году, я уже говорил или нет. И выпущена данная монета монетным двором Филадельфии. Далее, следующая монета, выпущенная в 2016 году, посвящена данная монета национальному лесу Шони. Это такой национальный лес в Соединенных Штатах Америки, расположенный в штате Иллинойс, на его юге, в регионах Озарк и Шони-Хиллс. Выпущена данная монета монетным двором Филадельфии. Далее. Монета, выпущенная также в 2016 году, посвященная Национальному историческому парку Камберленд Гэп в штате Кентукки. Выпущена данная монета монетным двором Филадельфии. Далее, следующая монета, также 2016 года, посвященная Национальному историческому парку Харперс Ферри в Западной Виргинии. Данная монета выпущена монетным двором Денвера. Следующая монета также 2016 года. Посвящена данная монета Национальному парку Теодор Рузвельт в штате Северная Дакота. Данный парк состоит из двух частей, северной и южной. И данные участки находятся в двух различных часовых поясах. Данная монета выпущена монетным двором Денвера. Следующая монетка 2017 года выпуска, посвящена данная монета Национальному историческому парку имени Джорджа Роджерса Кларка. Данный национальный парк находится в штате Индиана. Выпущена данная монета монетным двором в Денвере. Следующая монета 2018 года выпуска, посвящена она Национальному убежищу дикой природы
острова Блок находится данный национальный парк в штате Род-Айленд. Собственно, на острове Блок, то есть на границе проливов Лонг-Айленд и Блок-Айленд, выпущена данная монета монетным двором Денвера. Собственно, такая же монетка, но посвященная, выпущенная монетным двором Филадельфии также в 2018 году. Далее. Следующая монета выпущена в 2019 году. Посвящена данная монета национальному монументу воинской доблести в Тихом океане. Находится данный монумент, собственно, на острове Гуам, в этом же самом Тихом океане. Данная монета выпущена монетным двором Филадельфии. Следующая монета выпущена также в 2019 году. Посвящена данная монета резервату имени Франка Черча. Находится данный парк в штате Айдахо. По-английски, видимо, он как называется, река невозвращения. Какая-то такая дикая природа изображена на реверсе данной монеты. Монета выпущена монетным двором Денвера. Далее. Монета 2020 года. Посвящена она национальному парку американского Самоа. Собственно, расположенному на трех островах этого самого американского Самоа. Тутуила, Офу и Тау. Вот такие вот интересные, симпатичные летучие мыши изображены на реверсе данной монеты. Ой. Отчеканена данная монета монетным двором Филадельфии. Ну, Самоа — это территория, также находящаяся в Тихом океане, к слову. Ну и завершим данный обзор вот такой вот монеткой, также 2020 года выпуска, посвященную Национальному историческому парку и экологическому заповеднику Бухта Зеленой реки или Salt River Bay. Это исторический парк и экологический заповедник в США на территории американских Виргинских островов. Он расположен именно в северной части острова Санта-Крус. Американские Виргинские острова – это территория Соединенных Штатов, находящаяся в Карибском море. Выпущена данная монета монетным двором Сан-Франциско, о чем свидетельствует латинская буква «С». И такая же монетка, также посвященная долине
соленой реки, но выпущенная монетным двором Денвера. Таким образом мы завершаем обзор четвертаков Соединенных Штатов, приобретенных мной для пополнения собственной коллекции. Ссылка на первое видео будет в описании. Всем желаю удачи в пополнении коллекции. В комментариях просьба указывать обзоры, на какие монеты вам было бы интересно увидеть. До новых встреч!